Киев, 25 февраля 2018 года, Бориспольская трасса по направлению к аэропорту, смертельное ДТП. Водитель фуры врезался в газельку, водитель которой менял колесо во втором ряду. К сожалению, водитель газели погиб на месте. Работает полиция сейчас и оперативно-следственная группа. Очень большая пробка по направлению к месту аварии от Бориспольской к аэропорту Киева, Бориспольская. Чесало, блядь, и примяло. Это ж ровная поверхность. Так вот же колесо, блядь. Дай бог, чтобы это так и не было. В салоне еще играет музыка. Уважаемые читатели, жуткое ДТП на Бориспольской трассе, примерно третий километр. Сегодня 25 февраля 2018 года. Предварительно у водителя «Газели», которая ехала с продуктами питания, сломалось колесо. Водитель во втором ряду начал его менять. И сзади на скорости километров 80-90 заехала фура «МАН», водитель которой, к сожалению, не увидел, что «Газелька» стоит. К сожалению, водителя убило мгновенно практически водителя «Газельки». Его тело разбросано по всей проезжей части. И водитель фуры «МАН» не пострадал, сейчас дает показания оперативно-следственной группе. Образовался большой затор по Бориспольской трассе в направлении места аварии. Поэтому, если вам нужно успеть на самолет, пожалуйста, выезжайте на минут 30-40 раньше, чем обычно. Подключайтесь к нашим каналам в Вайбере, в Телеграме, в Инстаграме. Приглашайте друзей в Фейсбук, помогайте репостами, комментариями, лайками. Сейчас активно ищем партнеров, спонсоров. Если есть возможность помогать проекту, либо сотрудничать, пожалуйста, пишите, звоните, будем рады. Всем удачного дня. С вами работает команда ДТП Киев, Гарик и Владислав. Всем удачи, до связи, берегите жизнь.